не помнит прошлого. Это позволяет ему видеть настоящее. Ты правительственный агент и разведчик, Томас. Работаешь под прикрытием. Что за бред? Миллиарды солдат. Километр ненависти и боли. Смерть. А нахрена мне помощь? Один человек, который изменил все. Вот, передай генералу. Там написано. Эту войну никто не начинал. Эта война никому не нужна. Некому остановить эту войну. Походу я стою на двух минах. Что делать? В Ереване всего одно войско, а генерал его уже давно мёртв. И это все, что ли? Ну а что еще? Хочешь, в карты сыграем? Его руки запятнаны кровью. Кровью тех, кого он не убивал. Он не помнит ничего, у него нет прошлого. Кто это говорит? А? Кто это еще сказал? Он несет послание тому, кто уже умер. Но на самом деле единственное, чего он хочет, это вернуться домой. А мы когда-нибудь еще встретимся? Мы всего лишь карты в колоде. Смотри, как все раскартуется. У солдата нет дома, только консервы, винтовка и тоска. Я долго искал тебя, Томас. Солдат не имеет права мечтать. Мечтатели очень быстро умирают на войне. Ты снова потерял бдительность. Но если ты не мечтаешь вернуться домой, ты уже умер. Твою мать! Ah!